Неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной нашли в дачном кооперативе под Русской Лозовой. Накануне хозяин участка копал ямки под посадку винограда. В одной из них наткнулся на ржавый снаряд. Мужчина вызвал из Харькова пиротехников. Местный житель вчасно відреагував и не проводив подальших земляных робіт, викликавши саперів. Була дана знахідка несла собою велику загрозу. При її неправильній поведінці міг відбутися розльот осколків до 700 метрів. Фугасная авиабомба весит 50 килограммов. Саперы говорят, ее мощности хватило бы, чтобы разнести половину дачного домика. Боеприпас сильно проржавел и мог сработать в любой момент. На взрывную площадку «Наследие войны» вывезли на спецмашине. Там пиротехники взорвали авиабомбу. Андрей Кравченко, медиагруппа «Объектив».